Ильнас Халилов, старший преподаватель кафедры промышленное и гражданское строительство и строительные материалы Набережно-Челнинского института КФУ. Он всегда интересовался научной деятельностью в сфере строительства и принял участие в программе грантов правительства Республики Татарстан на подготовку, переподготовку и стажировку граждан в российских и зарубежных образовательных и научных организациях. Выиграв данный конкурс, он получил грант на стажировку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. В ходе успешной стажировки им были подготовлены учебные пособия, которые являются сегодня очень важными для университета, в том числе для обеспечения его рейтинговых показателей в таком новом направлении, как инженерно-строительное образование. В учебном пособии организации инженерно-технического обустройства городских территорий рассмотрены вопросы инженерной организации территорий населенных мест и разработана комплексная оценка природно-климатических факторов. А в учебном пособии под названием «Курсовое и дипломное проектирование градостроительства» разработано для обобщения и закрепления теоретических знаний по таким дисциплинам, как планировка и застройка населенных мест, городские улицы и дороги и экология городской среды. Выход в Москве двух учебных пособий представляет собой поистине выдающийся и впечатляющий результат, особенно учитывая, что они являются фактически первыми изданиями такого уровня, подготовленными на инженерно-строительном отделении с момента его основания. Высокое качество и актуальность учебных пособий подтверждается тем, что они уже приобретены Казанским государственным архитектурно-строительным университетом. Аделя Мухаметшина, Любовь Архипова, Александр Токарев, Универньюз.